Тебя огорчает современное состояние игровой индустрии. Тебе хочется суперигру, а разработчики втирают какое-то консольное дерьмо. Подписывайся на Вономаса. Вместе мы заставим этих подонков выкатить что-то достойное. Нас уже более 5000. Здорово, пацаны. Наткнулся случайно на какую-то игру From Dust. И мы на нее сейчас посмотрим, что она из себя представляет. Название, конечно, полное галимое говно. Дуст — это был такой газ, которым фашисты травили кошек. Еще можно тараканов травить. А вот это она начинается, и я не буду тут много говорить, потому что каждый видит и решает о себе все, что можно сказать. Пока что она идет на английском языке. Bereft of Without the breath can we go. Посмотрите, море, океаны и куча камней тут, и какие-то людишки. Hold to create the breath. Я держу left mouse kick, и на экране что-то происходит непонятное. Что это за яйцо негра? Простите мой плоский юмор, ничего более умного придумать не смог. Now that the breath is out, we can go... Блин, они так быстро убирают титры, что я не успеваю читать, мазафака. And through the passage, the journey can commence. Напоминает сейчас симулятор футбола данная игра. Только поле не зеленое и ровное, а вот такое вот каменистое, испещренное ямами. Рельеф местности, так сказать, немножко покураженный ядерными взрывами. Видимо, произошла какая-то апокалиптическая ситуация. И, видимо, может быть, это Pearl Harbor, который японцы атаковали своим ядерным оружием. А, уже можно играть, оказывается. Оказывается, уже можно играть. Вот эта глиста, которая и ездит. Вау. This man can build villages, get clowns and play music, motherfucker. Посмотрите на этого чернокожего американца. ZC destroyed pass, we are stuck, help us. Что-то на бусурманском написано. The breath is able to absorb and release us. Use the... Вот это я сейчас шевелю мышкой. И непонятно. Ага, когда я делаю правой мышкой, то вырастает склон. А когда я делаю левой мышкой, то... А, я понял. То есть можно взять в одном месте и приумножить в другом. Потом взять в одном месте и приумножить в другом. Build a bridge. Build a bridge. Коко Джамбо. Now we build the bridge, motherfucker. The Vadubas is very good. Speak to English and he understand. What he see. At the screen, motherfucker. I'm build the bridge. It's very interesting. Это очень интересно, build the bridge. И стадо баранов
похерачила по бриджу. По Санди бриджу. А как бы приблизить? Непонятная игра совершенно. Все очень далеко, люди дорисованы плохо, белка. Вы даже на видео сейчас, наверное, их не видите абсолютно. Потому что они мелкие, как таракашки. The man await you, press space bar to cross and... чернокожий американец решил подойти к черной жопе. It's very nice joke, motherfucker. The чернокожий, не знаю как по-английски чернокожий, Найга Робсона, maybe. Вошли туза пещера, черный жопа, как говорится в анекдоте. Горыныч, выходи сражаться. Да выйду, ты мне в жопу-то только не ори. Так, the ritual. Это уже next stage, так сказать. Here the answer inserted эту тему. А я опять не успеваю читать, мадапака. Игра уныла до безобразия, но я продолжаю в нее пырить. Build of bridge of earth to bring the moon to fest. Understood, мадапака. Строим новый мост. Как мы видим, в игре используется какой-то физический движок, который позволяет делать подобные шняги. О, туда же можно крутить камерой. Офигеть. Не ожидал от такого говна, что тут можно будет... камерой крутить. А я на него навел, но дальше-то что делать? Ха-ха, девчонка. This man can build village gain. Водичка в игре очень стрёмная, она слишком быстро трепыхается. And what I want to do. And want and must to do. Help. Help and options. Да, не то. Memory. Не то. Не то. This is the totem, press to see the zoo is available for village. The men... О, мены побежали. Громко стуча яйцами. The men on the press X. This is the space of the available for village. Да. This woman... текстурка земли ужасная, текстурка тотема ужасная и... Женщина тоже ужасная. Чё делать-то?
Баус В М Ап Е Спейсбар, секондари, шифт, ЛМ Б, РМ Б, зум Пауэр. Охуеть! Выросла какая-то хуйня. Unfused and can survive, but the passage remain shut. Press L control to close. To open the V to O is the The build пиздец. Строите вторую деревню. Вот это ебать, господа. Нахер мне упало вторую деревню строить? Это что за говно? Чё за ущербное говно вообще? Это чё за игра вообще? Хорошо, что тут хоть графика лучше, чем в Майнкрафте, в Террарии. Да ёпта. Короче, моя вообще не понимает, что это за игра. Я построил босс, давай, хуярь к тотему. Сейчас прибегут косоногие жители. Они бегут? Непонятно, честно говоря. Они, по-моему, не бегут ни хрена. А, я понял. Я понял, она не... Она, короче, не при... Короче... Непригодна для жизни, мадапака. Надо думать, надо думать. Надо засыпать песком. Я понял. Жесть, это супер интересно. Warcraft 3 отдыхает просто. Охуенно. Всю жизнь мечтал вернуться в детство и кусочки песка перетаскивать.
Нету песка, кончился песок. Песок кончился. Песок начался. Написано, что слишком много воды. Хотя я ее практически не наблюдаю. Выкачаем воду. А это уже не вода. А, все, поперли. Бобры поперли. Они бегут строить новую деревню. Это охуенный геймплей. Я давно не встречал такого охуенного геймплея. Геймплей просто охуенный. Это просто великая игра. Давно уже не выходило чего-либо столь охуенного просто. Эта игра может поспорить с Майнкрафтом по уровню гениальности. Half of the covered and you keep the keep spreading and attract the when they was pro the gate of the show the across the try on the ground near try on the ground near past what the battle. Короче, добавь землицы, чувак, и добавь землицы, и расти будет быстрее. Маленький вопрос, где тут взять землю? Землю, ты где? This isn't covered migrating liking and keep the new and unlock new. Короче, нихуя не понятно. Press to next. О! Смотрите, личинки появились. Личинки. Фу, да какашки похожи. Ползающие какашки. And what now I want must to do? В общем, с игрой все понятно. Она просто гениальна. Просто гениальна. Просто must have. Must have. Must have. Я буду в нее рубиться 3 месяца по 8 часов в день. До скорого, уважаемые радиослушатели. Вот теперь бутылочек завались.